Сегодня тема доклада «Мировой вечно-российский календарь», аббревиатура МВРК. Значит, предлагаю ознакомиться с солнечно-звездно-планетным, природным, климатическим, совмещенным со всеми календарями мира. Вот такой материал я хочу вам предложить. Дело в том, что календарь – это основа жизни человека и общества. Бог, природа, даровал людям единицы измерения времени – сутки и год. Все очень просто. Но человечество изобрело более сотни различных календарей. И идет бесконечная вражда в мире и отдаление от природы. Так что вечный мировой календарь способен людей приблизить к природе. К неправильному календарю людей так приучили, что они привыкли не задумываться и даже не подозревать о его недостатках. Это настолько вошло в сознание человека и даже частично в подсознание, что обсуждение это как бы и не подлежит. Бесчисленные проблемы, которые создает порочный календарь в экономической, социальной, производственной, бытовой, медицинской, статистике, налоговой работе, работе учреждений, предсказуемости событий, простоты и легкости запоминания календаря, связь с природой, окружающим миром, погодные явления и так далее. Как видите, календарь захватывает всю жизнь людей. И поэтому качество календаря определять будет способность и успешность жизни общества. Если календарь некачественный, ну, естественно, и много будет различных проблем. Неправильный календарь был и существует уже почти 2000 лет, со времен, когда Юлий Цезарь юлианский календарь ввел. Позднее уже григорианский появился и так далее. Значит, любое изменение календаря запутывает хронологию, связь времен, накопление знаний, астрономию, астрологию, навигацию, зарубежные контакты, статистику, историю, конфессиональные традиции, памятные даты и так далее. Поэтому изменять календарь – это тоже все очень непростое дело. Но у меня предлагается такой календарь, который совмещен с любым календарем, потому что на любой календарь перейти одномоментно – это невозможно. Если вспомнить древние цивилизации, то, например, даже вот у майя было около 20 священных календарей. Каждый календарь работал в своем направлении, и прекрасно развивались многие вещи. И не только у майя, и у других народов. Ну, если календарь используется людьми, и там, где оно используется, общество развивается более успешно. В настоящем проекте предлагается разумный выход разрешения календарной проблемы путем введения совмещенного календаря. Солнечный год календарный, в нем располагается в одну горизонтальную строку, образующую 28-дневный месяц, и один вертикальный столбец с 13 месяцами. Полученные пересечения дают 364 годовых календарных дня, в которые можно вписать любой календарь мира на интересующий год. Высокосный год еще заполняется правая внизу табличка высокосной недели. Значит,
Здесь получается так, высокосная неделя, накопление ее происходит за 5,6 года. Ну, дробное число здесь неприемлемо, поэтому используется немножко другое правило высокоса, о чем я скажу далее. К основным недостаткам современного григорианского календаря относятся, это вкратце, этих недостатков более 20, но основные несколько. Различное количество дней в месяце, постоянная хаотичная смена дней недели по числам месяца, случайное и произвольное расположение суббот и воскресений в числах месяца, нарушается соотношение рабочих и дней отдыха. Далее, расположение праздников в году заставляет выполнять перенос рабочих дней и дней отдыха. Значит, пока главные власти страны не издадут сверхумных указаний, ничего не понятно, что там будет дальше. Вот это недостаток. Нестабильный календарь видимым и невидимым образом лихорадит производство и жизнь. Мировой календарь – это не просто единый по схеме дней года календарь. Он должен содержать еще и необходимые дополнительные знания о природных ритмах и цикличности процессов в окружающем нас мире. Круг этих знаний в приложении к календарю несколько непривычен и требует более подробного рассмотрения. Значит, календарь должен отражать семидневный ритм времени, но это неделя, который соизмерим с природными циклами Солнца, Луны, планет, созвездий, галактики. Это уже непростой вопрос. Ну, например, цикличность Солнца. 7 дней идет излучение Солнца, солнечного ветра с одним знаком, 7 дней с другим. Причем это очень четко все в природе происходит. Ну и также можно и про Луну, и про планеты, и далее все это приводить примеры. Быть удобным и легко запоминаемым. Вот предлагаемый календарь этим требованиям. Он как раз будет соответствовать. Легко совмещаться с любым календарем мира, должен совмещаться. Обеспечить экономический прирост и улучшение жизни. Вот это требования, которые должны относиться к календарю. Не просто там годовая табличка дней года, или как еще называют его, численник. Это вот который григорианский календарь, это не календарь. Он просто подвид календаря – это численник, это перечень дней, которые будут в году. Вот и не более того. Отражать климатические особенности, хозяйственное развитие, уровень общественной жизни в различных частях планеты. Вот в мой календарь можно вписать и китайский календарь любой, и отразить там и климатические условия, и много-много чего, и планетарные условия планеты, и созвездий. Все это календарь должен вмещать эти все знания. Вести точный учет времени и не искажать его, содержать чередование дней недели с учетом влияния планет и прохождения по созвездиям проекции Солнца и знаков зодиака. Не разрывать недели месяцами, а месяцы не разрывать неделями. Быть неизменным в неделях, месяцах и годах. Соблюдать целочисленную кратность дней в неделе, месяце, годе. Ну, практически получается, что неделя у нас разрывается месяцем, происходит смещение дней недели числом месяца, и это из года в год. Приходится издавать массу, ненужную массу календарей ежегодно. Это половина или львиная доля, наверное, уходит в утиль, в негодность. И каждый год нужно по новой издавать. И все это и материальные затраты, и духовные, и
и ресурсные. В календаре дни недели занимают определенное расположение в каждом месяце. Начало годового счета у меня предложено начинать с 22 декабря Григорианского календаря, то есть с момента астрономического события зимнее солнцестояние. Временной постоянный ритм недель, чисел месяцев, праздников, памятных дат создает положительный гороскопический эффект развития общества и способствует уменьшению восприятия влияния активности природного физического поля. Об этом тоже далее будет указано. Не должны разрываться связи прошлых времен, наработанных знаний, уровней развития и достижений. Календарные названия должны отражать природные названия дней недели, годовой недели и месяцев. В древних календарях каждый день имел свое название. Неделя, конечно, то же самое свое название. То же самое у меня есть название 52 недель года климатических для средней полосы России. Конечно, для условий, например, где чукчи живет или китайцы на юге, это будут иные. Но для средней полосы России в календаре это все изложено. Они там впишут в данную схему свои просто эти природные климатические явления, и тоже будет прекрасный календарь в той же самой системе. Не надо ничего нового изобретать. Очень важно, что недопустимы пустые дни и дни без числа, и дни без дня недели, или двойные дни недели, ну, например, два воскресенья там, или два Новых года, или еще что-нибудь подобного. Или просто годовые праздники без числа и дня недели, так как это нарушает счет времени. Такие нововведения часто используются в новых проектах календарей. В частности, вот в Соединенных Штатах Америки с 2017 года планируется ввести мировой календарь. Они его называют улучшенный календарь, ну, улучшенный григорианский календарь. А там как раз нарушаются, вот эти все нарушения происходят. Там день, один день без числа и без дня недели в обычный год, и высокосный год по григорианскому календарю, два дня таких безымянных дня там. В календарь. В календаре таких вещей допускать ни в коем случае нельзя. Извращение сути вечного календаря порождает ярлыки скучности, однотонности, однообразия, что свидетельствует об ограниченности понятий и намеренном отрицании. Вот, например, 13-месячный, 28-дневный календарь во Франции, когда был введен, ему как раз вот эти ярлыки и были приклеены. Принятие совмещенного мирового вечного российского календаря снимает многие межнациональные календарные разногласия в межнациональных и межгосударственных отношениях. Более 100 лет назад были предприняты первые попытки по пересмотру григорианского календаря. В 1834 году Мастрофини предложил считать последний день года и высокосный день пустыми днями, то есть вненедельными и внемесячными, которые не входят в календарный счет дней года. Ну что получается? Тогда природное чередование дней недели будет нарушаться, а значит, это будет нарушаться и с циклами Солнца, и планет, и Луны, и все что угодно. Вот, казалось бы, эти пустые дни там ввести, чтобы уравнять арифметику дней, баланс дней в году. Такую же схему предложил Огюст Кон в 1849 году во Франции и Делапорт в начале 20 века в Америке. Их проект известен под названием «Неподвижного календаря с 13 месяцами и 364 днями в году». В
1887 году Армелин и Манин на этой основе составили проект всемирного календаря с 12 месяцами. Неподвижный календарь Огюст Конт де ла Лорд Конт Суорт Эстмен содержит один пустой день ежегодно, а в высокосный год два пустых дня. Ну, та же самая вот эта болезнь календарная. По существу извращается суть времени календарного, и совпадение календарного времени нарушается совпадением природного времени, раз эти пустые дни получаются. В природе же пустых дней нет. Настал день, он и есть день, он никуда не девается, этот день люди проживают. Недопустимость выброса дней из счета календарного времени ведет к нарушению чередования дней недели. Авторы политики и общества того времени скромно закрыли глаза, подметив однообразие 13-месячного календаря с 28 днями в месяц. Ну, мол, это скучный календарь, ну что такое? Все время 28 дней будет, все время будет понедельник 1, 8, 15 и 22 и так далее. Людей отучили, ну а к числу 13 вообще там суеверный шлейф приклеили несчастливого числа. В Западной Европе нет 13-х трамваев, нет 13-х номеров поездов, троллейбусов и квартир, и домов, и так далее, и по сей день. Людей отучили понимать, слушать и даже слышать друг друга. Весь комплекс основ жизни – календарь, алфавит, язык, культура, литература, вера, традиция, уровень развития оказался в упадке. Сложилась ситуация, при которой, по сути, простые вопросы необоснованно усложняются и становятся острым необходимым прогрессивный календарь для всех. В 20-м... Извините, вы на вопросы остались? Да-да. Время, да? Уже время, да? Да, вопросы не забудьте оставить. Ну вот здесь в 20 веке попытки реформирования календаря продолжились. В 23 году был создан комитет при Лиге наций. Ну и вот сейчас Соединенные Штаты, о чем я уже напоминал. Понедельное влияние планет на Землю в годовом времени. Это все происходит. В Западной Европе сохранилась традиция названия дней недели по названию планет. Ну, если бы это было совсем так просто. Дело в том, что там планеты существуют низшей недели и планеты высшей недели. И еще там происходит влияние планет связей на эти основные планеты. Так что это уже вопросы астрологии, но они, тем не менее, от жизни никуда не делись. Все мы подвержены этим частотам, влияниям и взаимодействию, что в природе происходит. Солнечный календарь. Это Солнце – главный источник жизни, оно своей энергией дает развитие всему на Земле. Значит, в солнечном календаре 30 дней всегда и 5 или 6 дополнительных дней, в высокосный день 6 дополнительных перед весенним равноденствием. Особые дни солнечного месяца. Дело в том, что, вот, например, критические медицинские солнечные дни 4, 13, 17, 24 и 28, позитивные солнечные дни 1, 7, 19, 16, 23, 26 и так далее. Есть солнечные дни, которые связаны с чудесами и прочее. Есть и неблагоприятные солнечные дни, так же, как и лунные. Это все астрология занимается, и кто интересует, человечество может это все найти и свою жизнь соотносить с этими знаниями. Лунный календарь. Есть также практики исцеления по солнечным дням. Лунный календарь – тоже самая информация.
там закон единства, закон полярности, закон триединства действует, номер солнечного, лунного дня, какой лунный день на что способствует, это все изложено. Значит, в заключение можно коротко сказать, календарные знания многосторонние, они затрагивают все сферы нашей жизни. Вот. Ну, у цивилизации майя, я уже указывал, существовало 20 календарей священных. Это 130-дневный календарь для сельского хозяйства, 180 дней – это микроцикл пчел, 260 дней – цикл человеческих биоритмов, Цолькин. Он как раз увязан с галактическими циклами, с энергетикой галактики нашей. И, соответственно, с ритмами, с биологическими ритмами человека, ну и так далее. Значит, ну вот таблицы, вот это как раз таблица календаря. 13-месячного, 28-дневного в каждом месяце. Здесь название «Колидень», «Крышень», «Родень», «Белояр», «Правень». Но есть и ведические названия по названию богов там. И они двойные названия. Всегда на Руси было два названия месяца. Вот. И вот «Высокосная неделя». Там числа идут 29, 30, 31, 32, 33, 34 в правом нижнем углу. И таким образом числа и дни недели никогда не нарушаются, никогда не идут в разнобой. Если понедельник, это 1, 8, 15, 22, это в каждом месяце будет. И, ну вот, высокосная неделя, которая... Значит, там цикл идет, повторение этих. Чередование высокосных лет в 62-летнем цикле через 5 и 6 лет. По схеме у меня организовано 5-6-6, 5-6-6, 5-6-6. И вот каждая пятерка и шестерка вот этой подгруппы будет высокосным годом. Значит, в простом годе 364 дня, в высокосном годе 371 день будет. Вот эта таблица 2, здесь представлены вот двойные названия. Снежень – Колидень, Стужень – Крышень, Лютый – Родень, Соковик – Белояр, Красовик – Правень, ну и так далее. И также в каких числах Григорианского календаря этот месяц будет находиться. Вот здесь... указано ниже, и потом, какое созвездие будет, прохождение проекции Солнца, по какому созвездию в этот месяц, и зодиак астрологов. Ну, астрологи вообще там упростили сильно. У них все прохождения созвездий почти одинаковыми стали, а в природе это совсем не так. Если, например, Скорпион имеет 8-9 дней, Змееносец 20 или 21 день, а Дева 42 дня. Вот, пожалуйста, вам разнобой, когда вот эти созвездия, проекция Солнца проходит. Это здесь тоже вот изображено в этой схеме. Вот... Солнечный календарь, таблица 3. Здесь вот, вот месяцы вот эти солнечного года, название их, там маленькая опечатка вкралась, ну, это уже детали в одном месяце. А так вот оно все соответствует. Кстати, это в Иране такой календарь и по сей день используется.
Неблагоприятные дни года по числам месяца солнечной активности. Это по григорианскому календарю. Ну, возьмем, например, январь. Это 2, 7, 14, 16, 18, 19, 21, 23, 30. Ну, там за счет высокосов григорианских, там немножко может день туда-сюда ходить. Это будут вот все дни эти с высокой солнечной активностью. И так каждый год. Сентябрь, например, будет 13 число григорианское, 17, 23, 25. Это тоже будет активное солнце. Кроме того, органы солнечных и лунных дней, вот здесь таблица 5, значит, какие, на какие органы действуют вот эти дни. Солнечные и лунные, перечень идет. А вот здесь таблица интересная, 6. Здесь указана лунная рулетка, о которой, может быть, многие даже и не слышали. Дело в том, что лунные дни природные, которые вот в лунном календаре есть, это одно дело. Но еще есть лунные дни личные каждого человека. В день рождения человека это его личный лунный день номер один. И получается тогда, что по природному дню, значит, такой-то день, а по этому другой. Это вот дальше, я в седьмую таблицу, наверное, забрался. А это просто вот лунные дни в шестой таблице. В какой год, какие дни были лунные на 22 декабря, то есть начало первого дня календарного счета нового календаря. Здесь, значит, на основании календарей вписано, а потом прогноз уже дальше, потому что они там, луна, у луны поведение и движение очень сложные, там не так просто определить, какой может быть, например, через 100 лет лунный день, ну, примерно там 7 или 8, скажем, а может быть там и 9 может быть, ну, примерно. А вот эта лунная рулетка, про которую я тоже рассказал, номер лунного дня от рождения идет, и природные лунные дни, и потом вот это результирующее, номер результирующего лунного дня. То есть, когда этот лунный день имеет такой номер, а по рождению такой, по таблице посмотреть, а какой же будет результирующий, это там и есть. И вот рекомендации лунных дней, список литературы, 69, значит, источников использовано. Ну, что-то дальше не понять. Михаил Григорьевич, время, все, наверное, истекло. Ну, все, да, наверное, время нет. К сожалению, на вопросы. Здесь на вопросы и все, наверное, это да. Вопросов много. За круглым столом. Да. Что? В кулуарах и за круглым столом. Да, 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 да. Спасибо. Спасибо.